Смотрите, мужики, в общем, что получается. Я провел все, полностью подсоединил, поставил шоки, то есть эти. И, значит, я беру шланг, он будет, конечно, короче, под кабину, но я вам сейчас просто продемонстрирую, как он работает. Смотрите, я сейчас пока что через длинный шланг, но все равно я что делаю? Я накачиваю воздух, и он поднимает подушки. Я зажимаю воздух, и все, и он полностью на подушках. Видите, передок. Все. Я его чуть спускаю, если мне надо. Он спускает его. Если надо, могу подкачать его. Все, и он идет полностью. Шаки играют. Классная система, очень. Ну вот и все. Спускаем воздух. Все, воздух спустил. Он полностью спускается и садится на свою ось. А амортизаторы его держат. И все. Очень простая система, но очень-очень эффективно работает. Поэтому будем пробовать, как она будет работать на дороге у нас. Поехали.